Всем привет! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня я с большим удовольствием хочу поделиться с вами информацией о том, как прошла моя вязальная неделя, что интересного у меня произошло в вязальной жизни за последние дни. В этом видеоролике мы с вами поговорим о моих результатах, я покажу вам одну готовую работу, также будет немножко информации о продвижении моих процессов. Напомню, у меня на спицах сейчас 2 изделия, помимо того, которое я закончила. И также в конце видео мы немного поговорим с вами о моих вязальных планах на ближайшие дни. Я покажу вам пряжу для нового процесса, поделюсь идеей того, что я планирую вязать, и, возможно, кого-то из вас это тоже вдохновит на начинание. Мне, конечно же, это будет очень приятно. Единственный момент, друзья, который я хотела бы озвучить, это то, что это видео будет в формате вязального эпизода, то есть я просто буду сидеть здесь и буду рассказывать вам какие-то вязальные новости, показывать изделия, поскольку на этой неделе у меня не получилось приступить к съемке традиционного вязального влога, и я не записывала никаких сюжетов. Когда у меня было время, я просто вязала, и вот сегодня решила с вами всем поделиться. Вот, я очень надеюсь, что видео будет интересным, насыщенным, и вы с удовольствием проведете время в моей компании, поэтому я хочу по традиции пригласить вас к просмотру, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай или кофе, берите что-нибудь повязать, и мы с вами будем погружаться в атмосферу моего уютного северного вязания. Желаю вам приятного просмотра. И давайте, друзья, начнем с того, что я немножко расскажу вам о готовой работе. В общем, я думаю, многие из вас догадались, что на этой неделе я закончила таки вязать лапопейсу. Вот так вот она выглядит. Мне очень нравится результат, свитер получился просто потрясающим. И в отличие от попытки номер один, этот вариант я не сваляла. Вот, в общем, если вы, друзья, впервые на моем канале, то для вас я хочу немножко пояснить эту ситуацию. Дело в том, что моя история вязания крупных плечевых изделий и в особенности лапопеи, свитеров с жаккардом, она началась именно с этой модели свитера. Когда-то давно я купила на барахолке целый мешок пряжи Непал за какие-то копейки и решила применить эту пряжу для вязания свитера. Я связала для себя лапопейсу, схему этого узора я перерисовала по картинкам, которые нашла в Инстаграм, и мне удалось связать свитер. Единственный момент, когда я начала проводить ВТО, я его положила в стиральную машинку на режим полоскания и сваляла его там, поскольку еще не имела опыта работы с пряжей дропс, в особенности дропс Непал, и мой свитер превратился в такой валенок. Но я, тем не менее, его носила, знаете, очень любила этот свитер, он был очень теплый, единственное, он, конечно, был как шубка, знаете, такой. Вот. Много лет он мне прослужил, но в итоге мы с ним попрощались, и вот мысль о том, что я хочу повторить этот свитер, но уже в нормальном виде, да, не в виде сваленной вещи, она меня не покидала, и вот в этом месяце я подумала, почему бы и нет, и связала вот это изделие. И к тому же, друзья, я подумала, что, наверное, многие из вас тоже захотят вместе со мной связать этот свитер, поэтому я записала для вас подробный попетельный мастер-класс по вязанию данного изделия. Скорее всего, мастер-класс будет состоять из 2 частей. Это будут 2 большие полноценные видео. Первая часть будет по большей мере посвящена расчетам. Там я расскажу вам о конструкции изделия, о его параметрах, о том, как снимать мерки, как
делать расчеты, опираясь на свою плотность вязания. И также там будет вся информация о том, как более или менее удачно посадить круглую кокетку на свою фигуру, так как каждая из нас, да, имеет свои какие-то особенности, и посадка плечевых изделий – это важная часть вязания. Вот, поэтому этим моментом я тоже уделила время в мастер-классе, и мы с вами обязательно об этом поговорим. Вторая часть видео будет посвящена именно практике. Там будут основные этапы работы. И если вы, например, впервые вяжете плечевое изделие, у вас недостаточно опыта, либо это будет, например, ваш первый свитер, который вы решите связать сверху вниз, используя те техники, которые предлагаю я, вы можете следовать этому мастер-классу и вместе со мной связать. Те моменты технические, которые у меня уже освещены на канале в виде отдельных видео, я там делаю отсылку к этим мастер-классам. Я показываю, например, как я начинаю вязание горловины, рассказываю какие-то моменты и потом оставляю ссылку на мастер-класс по вязанию горловины, где я просто вот попетельно показываю каждый момент, поскольку есть такие технические элементы, которые требует особой внимательности, и чтобы не занимать ими время в мастер-классе, я сделала их в виде отдельных роликов, которые тоже доступны у меня на канале. Кстати, друзья, если вам интересна тема круглой кокетки, тема лобопейс, то я оставлю вам внизу подсказки на те мастер-классы по вязанию лобопейс, которые есть у меня на канале, а также оставлю ссылку на плейлист, который называется «Конструкторы лобопейсы». В этом плейлисте собраны несколько видеороликов, где я показываю, как технически выполняются те или иные элементы, которые я обычно применяю при вязании лобопейса. Например, обработка горловины или вязание подреза, да, как красиво набрать петли на подрез, как незаметно присоединить рукав, как при вязании свитера сверху выделить рукава и объединить перед и спинку вместе. Да. То есть какие-то вот технические моменты, которые обычно вызывают вопросы, они у меня освещены в формате отдельных видео, и вы можете их изучить и, возможно, подчеркнете для себя что-то интересное. Также у меня на канале есть мастер-класс по вязанию жаккарда в технике двух рук, то есть я вяжу жаккард, используя и правую, и левую руку одновременно. Вот. Это очень простая техника, она позволяет быстро и, скажем так, комфортно для себя вязать жаккард. Дело в том, что когда я только начала знакомиться с техникой жаккарда, единственный момент, который меня постоянно выводил из себя, это запутанные нитки. То есть когда у тебя в работе больше двух цветов, мотки перепутываются постоянно, и это похоже на какое-то гнездо, это очень некомфортно вязать, ты тратишь огромное количество времени для того, чтобы их распутать, как-то разложить, и я искала для себя идеальный способ, который позволит вязать в удовольствие. И я нашла технику вязания жаккарда с двух рук, и я сняла на нее отдельный мастер-класс, он тоже есть у меня на канале. Я оставлю, конечно же, для вас подсказку, наверное, вот здесь, в верхнем углу она появится, вы сможете перейти и познакомиться с этой техникой. А также, друзья, в процессе работы над детским кардиганом, который я вязала интарсией, о нем мы поговорим немножко дальше, мне тоже пришлось применить технику вязания жаккарда для формирования дверей и также для вязания крыш. И я сначала вязала в той технике, которую предлагает автор данного мастер-класса, а затем, когда уже перешла к вязанию крыш, я поняла, что мне нужно срочно попробовать вязать жаккард так, как я к этому привыкла, поскольку, например, несколько петель, которые приходятся на дверь, я еще могу осилить в непривычной для меня технике, а вот вязать огромное количество петель поворотным, да, вязанием, жаккардом без протяжек, мне было очень некомфортно, поэтому я решила попробовать вязать жаккард поворотными рядами, тоже применяя технику с двух рук. И знаете, у меня получилось. Это очень приятно, очень комфортно, нет ни малейшего дискомфорта, ничего нигде не запутывается, не тянет, и вязать очень приятно. Поэтому я подумала, что, возможно, я сниму для вас мастер-класс, в котором мы рассмотрим все способы вязания жаккарда с двух рук. Что я имею в виду? Я покажу вам, как вязать жаккард с двух рук просто, как вязать его без протяжек, и также покажу вам технику поворотного вязания с протяжками и без протяжек соответственно. То есть у вас будет полная инструкция о том, как вязать жаккард
и вы сможете ее использовать в той технике, которая вам нравится. Я знаю, что у меня на канале есть, знаете, сторонники вязания жаккарда с протяжками и фанаты, такие адепты вязания жаккарда исключительно без протяжек. Так вот, друзья, я сниму видео, это будет дополнение к этому мастер-классу, о котором я ранее упоминала, и я очень надеюсь, что это видео будет кому-нибудь из вас полезно. В общем, я немного отошла от темы, снова буду возвращаться к лапопейсе, и давайте расскажу вам немножко технической информации. Начнем мы, наверное, с пряжи. Как я уже упоминала, этот свитер я вязала из пряжи от бренда Drops, называется она Непал. Вот таким вот образом выглядит моточек. Он довольно небольшой, в нем всего 50 грамм, и на 50 грамм приходится 75 метров пряжи. Значит, если говорить в процентном соотношении о составе этой ниточки, то здесь 65% овечьей шерсти и 35% шерсти альпака. Я вязала свой свитер, используя пряжу в двух оттенках. В качестве основного я использовала вот такой очень красивый сложный серый цвет. В палитре это номер 0517. Для вязания жаккарда я использовала пряжу в белом оттенке. Это классический белый цвет, номер в палитре 1101. У меня, к сожалению, не осталось ни одного целого моточка белой пряжи, поэтому я не буду показывать вам какие-то небольшие остатки, просто покажу вам сочетание этих оттенков уже в изделии. Значит, что касается расхода пряжи, то он, на мой личный взгляд, довольно существенный. Мой свитер не супер длинный и он не очень большого размера. О размерах мы с вами поговорим немножко дальше. Я бы сказала, что это свитер на размер M, вот если так брать в общем. И у меня ушло 12 мотков пряжи для вязания этого изделия. Да, у меня остался небольшой остаток от моточка 10 серого цвета и остался довольно большой остаток от 2 мотка белого цвета. Но тем не менее, для того, чтобы приступить к вязанию изделия, вот по моим параметрам, нужно иметь в наличии 12 моточков пряжи. Общий вес свитера я обязательно подпишу на экране, поскольку я его еще не взвешивала и не могу вам сказать точный вес до грамма, сколько весит это изделие, но информация будет подписана, поэтому если она вам нужна, можете ее зафиксировать. Я могу сказать, что вот так вот, когда я свитер держу в руках, я чувствую, что он имеет вес, то есть он довольно тяжелый, и, соответственно, для многих это будет, возможно, минусом этого изделия. Поэтому я хотела бы сказать, что, в принципе, если вы хотите получить более легкую вещь, да, более такую невесомую, то можно использовать другую пряжу. Я бы посоветовала вот так навскидку пряжу Air от бренда Drops, поскольку с этой пряжей вы попадете примерно в плотность, и это будет хорошо выглядеть для жаккарда. При этом изделие будет комфортное, приятное, не колючее, и оно будет теплое. Вот. А также я могу посоветовать пряжу Letlopi, вот, поскольку она имеет другую структуру нити и более легкая, поэтому лапопейса будет тоже очень теплая и при этом тоже довольно легкая. Я бы для себя, наверное, повторила этот свитер в пряже Letlopi, только я еще пока не определилась, в каком цветовом решении. Мне почему-то хочется, чтобы это был какой-то более такой светлый свитер, возможно, светло-светло-серый, с более темным жаккардом. Вот. Но это пока только мечты, как говорится, поэтому я закончила лапопейсу, и, знаете, я ей, в принципе, довольна, несмотря на то, что свитер получился увесистый. Теперь давайте немножко поговорим о параметрах данного изделия. Как я уже упоминала, я связала этот свитер на размер M. Когда я делала расчеты, я, конечно же, брала мерки с себя, поскольку свитер я вязала для себя. И обхват груди у меня на данный момент составляет 96 сантиметров. Но я закладывала свободу облегания здесь 15 сантиметров, поскольку, во-первых, это, конечно же, свитер. Вы вряд ли будете носить его на голое тело, под низ все равно захочется что-то поддеть. И для того, чтобы свитер имел какую-то свободу, да, не просто плотненько сидел по фигуре, он должен иметь хорошую свободу облегания от 10 сантиметров. И к тому же, чем толще пряжу вы используете, тем больше сантиметров на свободное облегание нужно закладывать. Так как пряжа Непал довольно толстая, я заложила здесь на свободное облегание 15 сантиметров. Я, конечно же, постараюсь сделать фотографии, добавлю их в процессе своего рассказа, чтобы вы могли посмотреть, как свитер смотрится на мне. Он свободный, но при этом он небольшой, он не оверсайз, и он меня не обтягивает. То есть я добилась, мне кажется, идеальной пропорции в соотношении обхвата груди и прибавки на свободное облегание.
В принципе, если вы хотите, чтобы свитер сидел на вас более плотненько, можно добавить чуть меньше сантиметров. Но меньше 10 я бы не советовала вам все равно добавлять, особенно если вы будете вязать из такой пряжи, как вязала я. То есть, чем толще пряжа, тем больше сантиметров на свободное облегание нужно добавить. Вот, далее. Если говорить о параметрах свитера в сантиметрах, то ширина изделия по переду и по спинке составляет 55 сантиметров. Окружность готового свитера 110 сантиметров. Вот. Мне кажется, это очень удачная посадка для теплого зимнего свитера. Вот. В общем, детальнее о сантиметрах длины кокетки, длины рукава, ширины рукава и так далее я расскажу вам в мастер-классе. Там будет все прям супер детально. Если вы захотите повторить прям петля в петлю, вы точно сможете это сделать, так как там я поделюсь всей этой информацией. В общем, друзья, я не знаю, что еще добавить об этом изделии. Наверное, я сейчас просто добавлю какие-то фотографии, возможно, видеосюжеты с примеркой, и вы сможете полюбоваться этим прекрасным изделием, и мы с вами будем переходить дальше. Я расскажу вам о своих текущих процессах, покажу, насколько они у меня продвинулись за неделю, и в конце видео, конечно же, расскажу вам о своих ближайших вязальных планах. Так что не переключайтесь. Давайте, друзья, рассказ о своих процессах. Я начну с изделия, о котором уже успела упомянуть в этом видео. Это детский кардиган в технике интарсия. Он сейчас находится у меня в активной работе, поэтому, к сожалению, как-то красиво, эстетично вам его показать не будет сложно. В общем, выглядит он сейчас вот таким образом. По-моему, в прошлом своем вязальном видео, когда я показывала вам это изделие на стадии процесса, у меня была вывязана интарсия, я закончила вязать крыши домов и перешла к вязанию лицевой глади. Так вот, за эту неделю я неплохо продвинулась, я полностью вывязала тело будущего кардигана, вывязала полочки, спинку, соединила плечевые швы и даже уже перешла к вязанию первого рукава. Из-за того, что здесь появился рукав, показать теперь изделие еще сложнее, чем это было бы без него. Также, как вы можете заметить, я полностью вышила все окна и двери в каждом домике. И теперь у меня такой яркий и солнечный Амстердам. Кстати, да, если вы впервые на моем канале и еще не знали о том, что я вяжу такой милый кардиган, для вас, друзья, хочу сказать, что вяжу я его не по своим собственным разработкам. Это кардиган по описанию Камилы Досовой. Она организовала совместный проект. И в рамках этого совместного проекта я вяжу это изделие. Я видела, что девчонки там уже многие закончили свои кардиганы. Я же еще, как вы видите, в процессе. Плюс я понимаю, что пряжи мне, скорее всего, не хватит. Я об этом говорила, по-моему, еще в начале работы над этим изделием. Ну вот, давайте теперь я покажу, что у меня по пряже. Так. Мне кажется, что еще в начале работы над этим процессом я вам рассказывала о том, что у меня в наличии 2,5 моточка пряжи. Так вот, на сегодняшний день это все, что у меня осталось от второго целого мотка. И я уверена, что этой пряжи мне должно хватить для того, чтобы полностью вывязать первый рукав. Насчет второго я очень сомневаюсь, вряд ли мне хватит этой пряжи для того, чтобы его даже начать. Но у меня есть еще вот такой вот небольшой остаток, поэтому я где-то в глубине души, знаете, храню надежду на то,
что остатка пряжи от рукава и вот этого небольшого моточка мне хватит для того, чтобы обработать планку. Планка здесь будет выполняться ложной кетлевкой в карман, и я думаю, что карман внутри я вывяжу контрастным цветом, возьму какой-нибудь оттенок, который у меня присутствует вот здесь в домиках. Возможно, это будет белый цвет, возможно, я возьму какой-нибудь яркий оттенок. И внутренний карман я вывяжу контрастным цветом, а вот внешний карман и планку я свяжу из той пряжи, которая у меня есть. И вот я надеюсь, что мне ее хватит. Я заказала один моточек пряжи Drops Air, но он где-то в пути. И когда он ко мне прибудет, я понятия не имею, поэтому особых грандиозных планов на то, чтобы завершить эту работу в марте, я не строю, но я планирую вот эти вот моточки, которые у меня есть, вывязать в ближайшие дни. Я надеюсь, что я закончу вязать первый рукав и обработаю планку. Вот. Тогда уже результат будет более понятный, да, вот. В общем, домики выглядят невероятно мило. Я впервые в жизни вышивала по петлям, и, конечно, вначале это было просто ужасно, вот. Дальше я уже так немножко поднабила руку, и некоторые окошки и двери выглядят прям очень даже достойно. Вначале тут были какие-то даже проплешины, но, знаете, я решила, что я не буду слишком критична к себе и оставлю как есть. Вот. Все равно это моя первая интарсия, и почему бы не оставить его именно в том виде, в котором он у меня получился, да, вот с первой попытки, и не мучить пряжу, не мучить полотно, вот. Поэтому, да, вот такой вот процесс у меня в работе, я над ним буду трудиться в ближайшие дни, и в одном из следующих своих видео, надеюсь, это будет вязальный влог, я вам детально покажу его продвижение. Вот, и, конечно же, расскажу вам о том, насколько мне хватило пряжи. Так, это что касается кардигана, и мы с вами переходим дальше, я покажу вам свой последний процесс, который у меня не особо продвинулся, это носки. Так, по вязанию этого проекта я также снимаю для вас мастер-класс, тоже подробный, попетельный, со всеми расчетами, но он у меня немножко застопорился. Значит, давайте, наверное, я для начала покажу вам сам носочек. Это будут вот такие вот носки, тепленькие, домашние, с норвежским традиционным узором Мариус. Узор этот вывязывается в технике жаккард, и в мастер-классе я тоже показываю принцип вязание жаккарда, но вот на примере буквально нескольких рядов, то есть полностью весь жаккард я на камеру не вяжу, но, друзья, хочу сказать, что вот этот вот большой узор у меня есть на канале мастер-класс по вязанию свитера с этим узором, и там я этот узор провязывала попетельно, поэтому я решила, что еще раз на камеру этот узор вязать смысла нет. Если вдруг кому-то будет нужно со мной прям попетельно связать этот узор, хотя ничего сложного в вязании по схеме нет, я оставлю ссылку на мастер-класс, где я этот узор провязываю. Поэтому какое-то начало вязания жаккарда я показала, показала принцип, как читать схему, как провязывать петли в жаккарде, как вязать без протяжек и так далее. То есть какие-то все основные моменты я показала, и схемы для вязания этого узора я тоже для вас нарисовала. Значит, друзья, первый носок у меня практически готов. Здесь у меня вывязано все, кроме мыска. Вот, осталось только его закрыть. Вот, что касается второго носочка, то он у меня на этапе отвязанного паголинка. Дальше я вяжу пятку и перевязываю ее уже третий раз. Сейчас мне нужно просто, знаете, собраться духом, сесть и нормально, без ошибок, просто отснять этот сюжет для мастер-класса, для того, чтобы я ничего не забыла важного там сказать и показать какие-то, знаете, моменты и хитрости относительно того, как провязывать петли, как незаметно поднять вот здесь петельки, чтобы, знаете, не было никаких дырок. В общем, это требует усилий от меня, и я надеюсь, что на следующей неделе я найду это время для того, чтобы закончить съемку мастер-класса и уже выпустить для вас это видео на канале. Так что вот, это мои проекты, детский кардиган и носочки. И, конечно же, я на этом не планирую останавливаться. У меня вот здесь сзади стоит корзинка с пряжей для нового изделия, о котором я сейчас с большим удовольствием вам расскажу.
В общем, друзья, я решила сходить и принести корзинку с пряжей поближе. Сейчас покажу вам, что в ней находится, и детально расскажу о проекте. Я думаю, по количеству пряжи вы уже догадались, что это будет не аксессуар, а о том, что это будет новое плечевое изделие. И да, вы абсолютно правы, поскольку я планирую приступать к вязанию новой лапопейсы. Единственный момент, эта лапопейса будет не для меня, я ее буду вязать на заказ, и эта пряжа приехала ко мне из самой Исландии, вот, для того, чтобы стать новеньким теплым свитером. И, кстати, да, это моя самая любимая пряжа, вот сколько лет я веду канал, столько лет я пою оды этим моточкам. Дело в том, что когда ты живешь на севере, ты начинаешь ценить те материалы, в которые ты одеваешься, поскольку если ты облачишься в какие-нибудь супермодные одежды из синтетики, ты замерзнешь просто моментально, а если у тебя будет классный теплый свитер из хорошей пряжи, рассчитанной для климата, да, в котором ты живешь, то ты с удовольствием проведешь время на свежем воздухе. И вот пряжа Летлопи, она просто идеальна для холодных, каких-то сырых, ветреных погод, и поэтому, если вы живете там, где есть зима, где есть суровые какие-то условия погодные, то я советую вам с этой пряжей познакомиться. Значит, давайте покажу вам моточек поближе, вот так вот он выглядит. Производитель этой пряжи — бренд Istex, и сама пряжа называется Летлопи. По составу это стопроцентная шерсть, она ровничного типа, и здесь на 50 грамм 100 метров. Особенность этой пряжи в ее составе, вернее, в шерсти, которая была использована для изготовления этой пряжи. У меня на канале есть видео, которое я снимала очень давно. Это одно из первых видео у меня на канале. Там я сама ознакомилась с пряжей Летлопи и делилась с вами историей этого бренда, этой пряжи. И если вам интересно, вы можете перейти и посмотреть. Единственный момент, в начале, наверное, первые 7 или 9 минут видео я рассказываю о поездке на архипелаг Вестеролен, который находится в Норвегии, и если вам не интересны, да, какие-то наши путешествия, то вы можете начало видео пропустить и послушать уже непосредственно о пряже. Ссылочку я, конечно же, для вас оставлю. Так вот, друзья, ко мне приехала эта пряжа из самой Исландии для того, чтобы превратиться вот в такой вот потрясающий свитер. Я думаю, этот свитер многие из вас узнали. Это одна из самых любимых моих лапопейс. Я ее вязала где-то полтора года назад из пряжи Каризма от бренда Drops по платному описанию. Я тестировала это описание и вязала по нему свитер. Как вы понимаете, я этот свитер ношу уже полтора года, и зимой, и летом, так как у нас даже летом бывает довольно холодно, и он выглядит вполне себе достойно. Конечно, у меня в планах есть заменить его на свитер из пряжи Летлопи, но вот девушка, которая также подписана на мой канал и смотрит мои видео, она меня опередила и решила, знаете, исполнить мою мечту с тем, чтобы воплотить свитер Тайга в пряже Летлопи. Просто это будет свитер не для меня, а для нее. Вот, и она прислала мне пряжу для того, чтобы я могла связать для нее этот чудесный свитер. У меня эта пряжа в двух оттенках. В качестве основного я буду использовать вот такой темный коричневый шоколадный цвет. В палитре для Летлопи это номер 0867. И для вязания жаккарда я буду использовать вот такой вот бежевый оттенок. Это номер 1419. Я бы сказала, это такой теплый пшеничный цвет, вот почему-то у меня именно такая ассоциация с этой пряжей. И мне кажется, что эти оттенки прекрасно друг другу подойдут, и они будут очень хорошо гармонировать вот в таком вот красивом жаккарде. И да, друзья, я также хотела ответить на несколько очень распространенных вопросов, которые часто получаю от вас под своими видео. Они касаются этого конкретно свитера. Я знаю, что он очень фотогеничный, он многим нравится, и вот я хочу ответить на вопросы по поводу этого изделия. Во-первых, этот свитер я вязала по платному описанию, поэтому я не смогу поделиться с вами схемой или сделать мастер-класс на это изделие, но я могу оставить вам ссылку на автора данного описания внизу в инфобоксе, так что проверяйте. Я по возможности оставлю также ее в первом закрепленном комментарии, если у вас проблемы с поиском инфобокса. Я оставлю ссылку на ее инстаграм, также посмотрю, какие другие соцсети доступны, и также оставлю ссылку на сайт Ravelry, где вы сможете приобрести это описание. И второй момент, который я тоже хотела бы озвучить, это то, что описание доступно, по-моему, только на английском языке. Вот. Но это не помешает вам связать этот свитер, поскольку я не могу сказать, что я носитель
английского языка и прекрасно все понимаю. Нет, но описание очень простое, очень лаконичное, там нет никаких сложных моментов, и вы 100% справитесь. Плюс это описание в том, что оно рассчитано просто на огромнейшую размерную сетку, и у нас в тестировании вязали девушки абсолютно разных параметров, и, по-моему, даже были те, у кого обхват груди в 140 сантиметров, и вот на них свитера тоже сидели просто потрясающе. Поэтому я могу только какие-то позитивные моменты высказать относительно этой модели и сказать, что даже у бюджетной пряжи, такой как Каризма от бренда Drops, это 100% 6, этот свитер может выглядеть очень достойно. Вот. Но повторюсь еще раз, что, конечно же, у меня в мечтах есть повторить эту модель для себя в пряже Лет Лопи. Ну, просто немножко в других оттенках. Так что да, друзья, вот такие вот они, мои вязальные новости за последнее время. Мне кажется, что неделя у меня выдалась довольно продуктивной. Я смогла закончить работу над лопопейсой. Я этому очень рада. Конечно, меня еще ждет монтаж мастер-класса. Это очень трудозатратный процесс. Я думаю, если вы снимаете видео на YouTube, вы точно понимаете, о чем я говорю, потому что снять хорошее видео, понятное, лаконичное, без воды, без каких-то, не знаю, уплываний в сторону, это очень сложно, поэтому меня ждут еще много часов монтажа, прежде чем это видео появится у меня на канале, но я буду над этим, конечно же, работать и постараюсь не затягивать. Также, как вы могли видеть, я неплохо продвинула детский кардиган. Единственной загвоздкой на этой неделе стали носки, которые я так и не продвинула, а мне очень бы, конечно, этого хотелось. Но ко мне приехала пряжа для новых проектов, и я буду себя мотивировать этой новой лопопейсы для того, чтобы не забрасывать носочки и тоже их продвигать. Обычно я говорю себе так, что если я немножечко поснимаю мастер-классы, я потом позволю себе повязать чего-нибудь супер приятного и такого для души. Вот. Как вы понимаете, проектом для души у меня станет лопопейса из пряжи Лет Лопи на следующей неделе, и я постараюсь, конечно же, записать для вас вязальный влог, в котором поделюсь всеми своими эмоциями и продвижением этого проекта. Вот, так что да, на этом я буду заканчивать, потому что чувствую, что я опять очень много наболтала, но мне просто хотелось с вами пообщаться и рассказать вам что-то интересненькое о вязании, возможно, вдохновить вас на то, чтобы ближе к выходным достать моточки и повязать свое удовольствие, заняться нашим с вами любимым хобби. Вот, на этом я буду с вами прощаться, но, как всегда, друзья, ненадолго, просто говорю вам до новых встреч, мы обязательно увидимся с вами очень скоро в одном из моих следующих видео. А на сегодня я говорю вам до новых встреч и всем пока-пока!